Работы на объекте велись в течение 2 лет. За это время подрядчик отремонтировал 2 километра 650 метров дорожного полотна. Здесь выполнилось устройство земляного полотна, потом укладывалась прослойка из геосинтетического материала дорнит. Это для того, чтобы земля, получается, чтобы грунтовые воды не поднимались наверх, не давали потом просадок. И получается 31 сантиметр щебеночно-песчаной смеси было уложено, и 2 слоя асфальта 7 сантиметров и 5 сантиметров уже покрытие самого. В этом году пристальное внимание уделялось качеству выполненных работ. Так, проверки на объекте проводились еженедельно. Мониторили как представители заказчика, так и общественники. В основном это были замечания здесь по бордюрному камню, конечно. То есть много очень было сколов, но это, понятно, вызвано тем, что объект в процессе эксплуатировался постоянно. Местные жители, да, там выезжали, где-то какие-то проблемы были. Но на сегодняшний день уже при приемке мы видим, в принципе, что все устранили. И на первый взгляд никаких нарушений как раз по бордюру нету. По асфальту тоже, в принципе, он весь ровный, никаких-то выбоин, ям нету. Уже в процессе работ в проект включили дополнительные изменения на сумму в 5 900 000 рублей. Объект они исполнили, завершение прошло. И в рамках этой дороги был дополнительно заключен доп. Соглашение к этому контракту об устройстве площадки перед новой школой Хатыбаинской. В принципе, все сделалось с установкой светофоров Т-7. Сегодня работы на парковке продолжаются. По контракту сдать объект должны до 1 ноября. Жители изменениями довольны. Конечно, раньше не было дороги такой хорошей, красивой, да. На данный момент, когда дорога построена, уже основные этапы уже закончились, да, очень удобно ездить в сторону Иволги. И если, допустим, раньше не было асфальта, да, добирались до Нижней Волги минут 10. Сейчас можно за 2-3 минуты спокойно проехать, доехать. В этом году в Бурятии по нацпроекту будет отремонтировано 132 километра автомобильных дорог. Общая сумма работ составляет около 3 миллиардов рублей. В ходе ранних торгов удалось сэкономить несколько миллионов. Средства были направлены на другие участки. Ремонтные работы дорожной сети проводятся на 3 объектах в городе Улан-Удэ по улице Павлова, Добролюбова, Толстого, 2 объектах в Прибайкальском районе, по 1 объекту в Иволгинском и Тарбагатайском районах. Работы практически на всех участках завершены, общая готовность порядка 90%. Уже на этой неделе будет проверен отремонтированный участок в Баргудинском районе. Батыр Ламбаев, Вячеслав Батоев, Новости дня, Иволгинский район.